В эфире новости экономики. С вами Александр Новиков. Здравствуйте. Выпуск представляет инвестиционная компания «Финам». Мы все разные. Разные предпочтения и разные цели. Но способ достижения цели один. «Финам» предлагает решение для торговли на всех биржах мира. С любым уровнем капитала. «Финам» – ваш индивидуальный способ достижения цели. С 1 октября в США начинается новый финансовый год. Крупные инвесторы начинают пересматривать свои портфели и позиции, поэтому этот период традиционно сопровождается повышенной волатильностью. Также не стоит забывать о том, что китайские инвесторы уходят на каникулы до 8 октября, поэтому и на товарном рынке могут быть сильные всплески ценовой волатильности по отдельным активам. Никуда не делись риски, связанные с Северной Кореей. Спрос на защитные активы и валюты тому подтверждение. Не так все гладко и во внутриполитической жизни Америки, хотя очередного технического дефолта пока удалось избежать, так как лимит госдолга был отменен до 15 декабря. Теперь о самом главном для всех рисковых активов. С октября Минфин США через продажу облигаций начнет проводить гигантские заимствования для привлечения средств на покрытие дефицита бюджета. Из финансовой системы в октябре будет изъято более 100 миллиардов долларов, в ноябре почти 200 миллиардов, а до конца года почти 500 миллиардов долларов. Американский регулятор на последнем заседании объявил о желании еще раз повысить ставку до конца текущего года, поэтому с октября на фондовом рынке начнется новая жизнь, совсем не похожая на прежнюю. А у американской валюты до конца года есть все шансы продемонстрировать хороший рост. Пока все фондовые рынки, да и вся финансовая система держится на средних ежемесячных вливаниях от ЕЦБ и Банка Японии в размере 150 миллиардов долларов. Теперь несложно представить, что будет с рисковыми активами в ближайшие 3 месяца, когда все эти вливания будет абсорбировать Минфин США. Согласно последним намекам главы ЕЦБ Марио Драги, масштабы печатного станка тоже будут пересматриваться в сторону снижения. Об этом будет объявлено на одном из ближайших заседаний. Новых денег в системе будет все меньше и меньше, ликвидность будет сжиматься, деньги будут дорожать, а 4-й квартал фондовым рынкам вообще придется придерживать без дополнительной ликвидности. Удачных вам инвестиций! Официальный курс валют, установленный Центробанком России на 3 октября. Доллар 57 рублей 81 копейка, евро 67 рублей 91 копейка.